Здравствуйте! Сегодня хочу показать, как я закручиваю на зиму овощное ассорти. Получается очень вкусно, даже рассол выпивается весь до капельки. Конечно же, для приготовления я подготовила уже все овощи, помыла их хорошо, банки также помыла с содой. В этом рецепте я использую огурцы, надрезаю кончики у них, помидоры, в которых делаю небольшие надрезы, чтобы они не лопались. Буду использовать в качестве зелени сельдерей, добавлю острый перчик, горошек душистый, перец и чеснок. Чеснока много. Также я добавлю сюда яблоко, одно на 1,5-литровую банку. Яблоко среднего размера, можно взять больше, конечно. В этом рецепте я не добавляю ни хрен, ни листья смородины. Ну, те, кто любят какую-то другую зелень, конечно, могут ее добавлять вместо сельдерея или вместе с сельдереем. Укладываю банки, стараюсь сделать это поплотнее. Чеснока кладу побольше, примерно зубчиков 8 я кладу на 1,5-литровую банку. Заливаю холодной водой, я использую фильтрованную. Затем сливаю, это для того, чтобы мне знать, сколько воды мне понадобится для маринада. В моем предыдущем ролике мне написали, почему я не показываю рецепт рассола на 1-2 литра. Дело в том, что вот у меня 3 банки 1,5-литровых. Для них нужен рассол. Банки уплотняются всегда по-разному, и поэтому одинаковое количество рассола никогда не будет. Да, крышки стерилизую, вернее кипячу. И вот когда я сливаю, у меня получилось здесь 2 литра с небольшим. Если я сделаю на 2 литра, мне не хватит маринада. Если сделаю на 3, много. Зачем мне лишний маринад? Заливаю банки закипевшей водой и оставлю их постоять на 30 минут, чтобы они хорошо прогрелись. Можно их даже накрыть чем-то. В кастрюлю насыпаю соль из расчета 1 столовая ложка на банку объемом 1,5 литра. Ложки насыпаю без верха, можно сказать под нож. И 9 столовых ложек сахарного песка. Это 3 столовые ложки на 1,5-литровую банку. Добавляю лавровый лист, 1, ломаю его, 3 гвоздички. И если у вас есть фенхель, добавьте тоже его, если будете так закатывать. И через полчаса сливаю в воду из банок. Это уже будет готовиться маринад. Его нужно не только довести до кипения, но и покипятить не менее 3 минут. Закручиваю сегодня с уксусом 9%. На банку добавляю 30-35 мл. Вода у меня вот так кипит, прокипела больше 3 минут, убираю лавровый лист, остальное все остается в маринаде. Ну и остается залить и, конечно же, плотно закрыть банки. Можно сюда по желанию в эти банки добавлять капусту, как белокочанную, так и цветную, сладкий перец болгарский, ну или какие-то другие овощи, которые вы любите. Закрытые банки обязательно проверяю, чтобы не выступал нигде маринад. Затем складываю, укутываю и оставляю до остывания. Такая заготовка великолепно хранится не только в подвале, но и в домашней кладовой. Получается очень вкусно. Рекомендую приготовить и попробовать хотя бы несколько баночек. А я сегодня с вами попрощаюсь. Спасибо, что вы были вместе со мной, смотрели видео. До новой встречи и, как всегда, всем приятного аппетита!